Я вижу в ночи, я вижу очи твои, они горят. Ту-ту-ту-ту. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будут покупочки AliExpress. Женские бьюти-штучки. Та-дам! Так, скорее спешу уже вам показать. Первое, что это, я должна накрасить губы. Я заказала матовую помаду. Я ее еще не открывала и не пробовала. Где ты? Вот она. Вообще на AliExpress я много заказываю матовых помад. Мат. Мисс Роуз. Красивый цвет такой, который должен сейчас сюда очень хорошо вписаться. Выглядит она вот так. Смотрите, какая красивенькая. 31 цвет. Цвет. Правильно я показываю? 31. Прям вообще гляньте под мои ноготочки. Как. Ой. Так, открываем. Она вот такая прям матовая, прям здесь, ни капли не блестит. О, какой приятный запах! Давайте накрасим. Посмотрим, как она ложится. У меня есть лайфхак такой. Ну да, я его отдельно не буду снимать, так вам покажу. Когда слишком сухие губы, и вы их не увлажнили, не успели увлажнить, конечно, хорошо нанести какой-то кремушек или специальный бальзам перед тем, как вы вообще основной макияж делаете. Но если вдруг вы не успели, забегались, то я просто вот так облизываю губы, и потом просто их вытираю. Они успевают на самом деле увлажниться за это время. И сверху наношу сразу помаду. Прям матовая сразу ложится. Очень плотно ложится. Прям красота, мне кажется, да? Буду с такой розовой помадой сегодня. Так, все, сказала. Ссылочки, кстати, на все товары я обязательно оставлю под видео. Там были и другие цвета. В целом, помада классная. Не липнет. Все классно. Еще мы сейчас с вами доведем до совершенства наш образ. Я заказала, наконец-таки пришли ко мне вот эти заколочки. Там. Вы наверняка их в Инстаграме уже много видели. Они в одно время как пошли, стали такие модные, прям каждый блогер, каждая звезда с этими заколками. А я что, исключение? Я тоже хочу. И я их заказала, они вообще, оказывается, стоят копеечки. Я заказала две вот такие разные, чтобы их как раз на одну сторону вот так вот делать. Да, смотрите. Раз. Оп. Теперь я звезда. Два. Оп. Ну, красиво? Можно наоборот их сочетать, можно еще с разными невидимочками. Все, вот и я теперь, смотрите, какая красивая. Можно на другую сторону. По-моему, очень даже. Класс, да? Все, смотрите, я привела себя в порядок. Хотя у нас сейчас еще будет кое-какая красота. Все это будем сейчас мерить. Потому что у нас сейчас женское видео. Так, дальше, бижутерия. Слушайте, я нашла такую интересную штучку. Несмотря на то, что я постоянно ношу кулон и не снимаю его практически. Но иногда, если я найду что-то интересненькое, захочу там сделать опять же фотосессию, сфотографироваться как-то красиво, то я могу снять свой кулон, ничего страшного. Под какую-то одежду бывает, он там и не подходит, нужен какой-то аксессуар. Короче, мне понравилось, смотрите. Смотрите, под золото. Вообще просто золото. Ой. Короче, полный минимализм, красота, на золото просто безумно похоже. Я люблю такое, знаете, чтобы не вычурно было. Смотрите, значит, тут фишка какая. Такие три цепочки. Цепочки, они с такими вот бусинами здесь. Как блестит красиво, господи. Вот. Одна короче, другая длиннее, длиннее, длиннее. Мы это одеваем на шею нашу. Смотрите, как оно вообще смотрится очень круто. Да? Вот. И еще одна сюда же в комплект входит на тоненькой цепочке. Вот такой вот медальончик. Кстати, его можно носить самостоятельно. Все это можно и по отдельности носить. Вот. Как красиво это смотрится. Мне кажется, если какое-то красивое, знаете, выгод, это очень будет смотреться. Очень. А главное, как золото и ничего лишнего. Да? Очень красиво. И стоит совершенно недорого, совершенно. Обязательно пройдите по ссылке, посмотрите. Здесь еще есть возможность сделать разную длину.
Вот, тут звенья есть. Можно, например, на самый последний заколоть. И тогда наш медальончик окажется вот здесь чуть ниже. Тоже хорошо. Вообще он здесь снимается. Его можно перевесить вот, например, на среднюю. Вот здесь вот. И вообще это убрать. Короче, можно миксовать как хочешь. В общем, такая красота. Останусь пока в этом. Дальше. Дальше еще одна красота. Это что у нас? Это для волос. Я обожаю такие штуки. Их очень редко найти. Когда я задалась целью их найти, я их нигде не могла найти, и они стоили баснословных денег. Это украшение на голову. Смотрите, какое красивое. Сделано под серебро просто. Смотрите. Оно даже такое немножко, видите? Прям под серебро сделано. И как это одевается? Давайте снимем наши заколочки и проверим. Застегнули все. Смотрите. Здесь идет посередине, это то, что будет на голове. И по бокам. И мы одеваем нашу голову. Такую красивую вещь. О, боже мой, какая прелесть. Хорошо, чтобы это был пробор посередине. Обычно по пробору пускают вот эту вот красивую цепочку. Можно повыше поднять. О, красота вообще. Страшная сила. Смотрите. И вот вам два образа. Один с такими штучками, другой с заколочками. Вообще шикардос. Шикардос. Слушайте, очень клево. Мне вот это нравится. У меня есть еще одна, она чуть по-другому сидит. Вот это классная. Так, ну как-то с заколочками мне более так уверенно я в себе чувствую. Поэтому это я сниму и вновь одену заколочки. Давайте, кстати, заколочки оденем. Нет, оденем туда же. Вообще, я так довольна, сделано достаточно качественно все, очень красиво, прям мне очень нравится. Дальше, еще одна бьюти-штучка, но это опять же, это я люблю, это для разных образов, вот такие очки Baby, на которых написано. Baby или Барби, сейчас откроем, посмотрим. Мимимишки, смотрите, какие они розовенькие, что написано? Вообще написано Baby, Baby. Гоу. Чуть не пойму, что написано. Вы понимаете? Скажите, что на них написано? Я не пойму. У них, значит, стразики вот здесь по кругу. Все в каких-то пайеточках маленьких таких стразиках тоже. Бриллиант сбоку. Так, ну давайте померим. Вау, как все розово. Короче, вот так вот они сидят на мне. Такая вот я бейба-бейба. Ну, в общем, для чего-то, для каких-то прикольных тоже видео. Все для Инстаграм. Я, в общем, беру парики разные, очки разные смешные. В общем, мне нравится вот это вот все дело. Такие очечки я взяла. Они тоже стоят недорого. Я не приверженец покупать на Алиэкспресс что-то супер дорогое. Только если это я знаю наверняка, что это супер качество. И оно мне очень нужно, нигде не найти. Тогда я могу взять что-то дорогое на Алике. Следующая бьюти-штучка это вот такие вот накладные... как их назвать, я не знаю, светящиеся тени. Они ко мне давно уже пришли, на самом деле, я их все собиралась испытать, но все никак не получалось, потому что нужен клей для того, чтобы приклеить. Я сейчас не буду их тестить, я просто покажу, как они работают. Что здесь в комплекте идет? Здесь идут вот такие вот тоненькие проводочки. И на один глаз, и на другой глаз. На этом проводочке, на одном, у нас вот такие идут светодиодики. Вот такие светодиодики идут. А другая вилочка. И она вставляется вот сюда. Такая еще вещь идет. Здесь с кнопочкой. После этого эту вещь мы закалываем куда-то сзади там. Да? А вот эти вот наши глазки. Вот так. Ну, вот вам покажу. А вот эти наши глазки мы приклеиваем на специальный клей, которым, может быть, клеются... ресницы, например, мы клеим сюда. И потом ходим такие и светимся. Давайте проверим, как оно работает. Здесь у нас батарейка. И вот как оно работает. Ты работаешь вообще? У этих ресничек несколько режимов. То есть они светятся, мигают или просто светятся. Только я не пойму, почему работают не все. Что это такое? Короче, брак. Вообще, вот на одной только работают три штучки, и все.
Я уже и засунула их так хорошо. Не работает, блин. Фигня. Короче, не покупайте, это ерунда. Ну и еще одна посылочка, которую я получила. Та-дам, та-дам. Ой, блин. Мне кажется, это вам понравится. Это что-то необычное. Ба-бам. Это вот такая лапоть, массажер. О, с присосками еще. Смотрите. Я купила одну пока что, чтобы понять вообще, что это такое, как с этим вообще, что это такое. Смотрите, тут пенза, пяточки тереть. Тут у нас, значит, сверху и снизу щеточки. Тут у нас присосочки. Не знаю, как это работает, для чего, тоже никакой инструкции, просто в пакете пришла. Надо посмотреть будет на видео. Но, короче, это, по-моему, такой массажер. Вы заходите в ванну, прилипаете и все. Ну, то есть, она никуда не уезжает. Либо это прикрепляется в ванну, и, допустим, одна нога идет вот так вот, и вы вот так вот чистите, слушаете, классно чистит, вот так вот, понимаете? И вы пятку чистите, и полностью ноги чистите, возможно, даже, я думала, одну сейчас куплю, а потом вторую закажу, мне кажется, одной будет достаточно, нужно будет это испытать в ванне. Мне кажется, это прикольная лапка. Я ей буду пользоваться, она будет у меня лежать в ванне, буду чистить свои пяточки. Смотрите, я присосала эту ногу. Она вот четко держится вообще вот здесь. Не отрывается. И теперь можно намочить свою ножку. И засунуть ее сюда. Так приятненько. И вот так вот, ай, щекотно, массировать ее. И заодно пяточка там работает. И массаж какой-то идет. Слушайте, это прям очень четко можно мыть ноги. Все, красота. Все, мои хорошие, на этом мое видео заканчивается. Бьюти штучки для вас. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. Что-то узнали. Ссылки на все товары я оставлю обязательно под видео. Заходите, заказывайте, пользуйтесь и наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока.